Добрый день. А вы заметили, что я заехал на тротуар? Нет. Ну, я должен вас огорчить. Я уже сфотографировал вашу машину. Вы получили штраф 3000 рублей за парковку на тротуаре. Ваши документы предъявите. Вызывайте разрешение на съемку. 29-я статья, пункт 4 Конституция Российской Федерации. Гражданин Российской. Я гражданин Российской Федерации. И что дальше? Ну, все, этого хватает. Дальше. Я вас просто предупредил. Я... О чем? О том, что вы нарушили административное... А что вы с меня вымогали деньги? Вы с меня вымогали деньги. У нас... За съемку, за удаление съемки вымогали деньги с меня. Вызывайте ППС, оформляйте. Вы вымогали с меня деньги. Хорошо, если ваши вы так документы. Если вы так считаете, вызывайте, вызывайте ППС. Вы с меня вымогали деньги. Зачем вы с меня вымогаете деньги? Вы с вас деньги не вымогаете. Зачем меня обманываете? Вымогаете деньги. Записывайте на камеру, как вымогаете деньги. Мы записываем на видео то, что правонарушение, то, что вы стоите на тротуаре, мы сделали вам замечание. Мужчина, нет, мы к вам подошли совершенно вежливо. Нам не нужны ваши деньги. Я не сказал, что я требую с вас деньги. Я сказал, куда что... вы отправляетесь? В ГИБДД. В ГИБДД, да? Да. У нас все записано. Мы фиксируем каждое наше действие. Нет, мужчина. А почему вы включили? Вы включили камеру, когда разговор о деньгах уже прекратился. Почему вы включили камеру? Камера включилась, когда я только начал двигаться к вашей машине. Девушка, вы перепутали, наверное. Проезжая часть там, а это тротуар. Что-что? Сейчас здесь выйду. Нет, здесь не выйдете. Здесь все время машины ездят. Это кошмар. Ужас. Они утром здесь поток машин идет. Мы в школу ходим. Я однажды, вы знаете, иду с ребенком медленно специально. Так они открывают окно, говорят, ты дура, идиотка, иди отсюда. Я вообще на тротуаре нахожусь. Я могу тут лечь, сесть по-турецки. Да, что ты тут мешаешь, иди отсюда. Они не идиоты, да, что тут едут, а я вот идиотка, что иду по тротуару. Здравствуйте. Вы по тротуару движетесь. Скажите, пожалуйста, зачем? Пробку объехать. Ну, это вам по-честному. Это по-честному готов. Здравствуйте, мужчина. Вы заехали на тротуар. И что? Это... тротуар. Здесь люди ходят и пешочком. Это проезжая часть. Там здесь ездят автомобили. Смотри, это... мало места тебе пройти. Мало места. Это все вот тротуар. Вы задаете правительству на такие тротуары. Так это же вам надо, вы и задавайте. И вот такая проезжая часть, чтобы вот такая толпа. Вот, вот туда снимай. Смотрите, сколько там полос на проезжей части? Туда поснимай и посмотри. Я сам, когда ехал сюда, я ехал по дачному проспекту. И я ехал раньше, когда пробка была жестче, когда я стоял с кольцевой автодороги. И я нормально взял и доехал. А вам почему-то лень найти нормальное место. Ищите, ищите. Вы же даже не пытались найти себе место. Вы привыкли постоянно нарушать. Мужчина, если вы не уберете сейчас свое транспортное средство, мы вам передадим уже письменную претензию вам на лобовое стекло. Магазин зайти, червей купить, что это? Проблема 5 минут. На тротуаре автомобили быть не должно. Привыкайте. Мужчина, что вы делаете? Остановитесь! Остановите машину! У нас ДТП случилось на тротуаре. Надо ГИБДД вызывать. Оставайтесь на месте, пожалуйста. Мужчина, не скрывайтесь с места ДТП. Все, ГИБДД приедет, оно разберется. Вы только вызываем что... ГАИ. Так он ко мне сам подошел. Он стоял, а вы ехали. Уважаемый, я сбоку можно был. Я встану где-нибудь вот. Нет, там? Мужчина, не покидайте место ДТП. Почему я покидаю место? Потому что вот ДТП у нас случилось здесь. У меня есть видеорегистрация. Конечно, это молодой полиция, человек, и все покажет. Как вас зовут? Вам я не буду представлять. Нет. Полиция приедет. А она... вас как зовут? Меня зовут Александр. Меня зовут Алексей. Алексей. Я ехал на машине. Да, где ехали? Этот молодой человек. Где ехали? Давайте определимся. По проезжей части или по тротуару? По прилегающей территории. Прилегающая территория? И это тоже прилегающая территория. Нет, это тротуар. По определению. Вспомните определение тротуара. Вы его помните? Он подошел, намеренно подошел к моей машине. И на нее напрыгнул. Угу. Я подумал, что он на меня нападает. Потому что вот он, видите, он начал... Давайте дождемся ДПС.
И все, мы это дождемся ДПС. И вы им расскажете свою версию, расскажу а мы им свою версию. Свою версию. У меня зафиксировано на видеорегистратор, что он подошел и напрыгнул на мой автомобиль. Давайте вместе его посмотрим. Не сложно? Мы посмотрим в суде. Хорошо. Дайте мне оставить. Нет, мужчина, вы не покидайте место. Это не является местом ДТП. Не является. Ну, смотрите. Я вам высказал свою точку зрения. Ну, мы уже все вроде обсудили. Давайте, дослушайте меня без этого, без агрессии. Без агрессии, абсолютно спокойно. Да, вы высказали свою точку зрения, я высказал свою. Молодой человек, можете сюда? Ну, как пострадавший, дайте сюда. Какая цель вашей акции? Чтобы люди не ездили по тротуару. Ну, чтобы они поняли свою неправоту, что здесь надо ездить, правильно? Конечно, да. Я, вот, ну, извинюсь перед молодым человеком, извинюсь перед вами, что я, наверное, был неправ. Вы извинитесь передо мной, я учту ваши пожелания и не буду здесь больше ездить. Подождите, секундочку. Вы понимаете, да, что я это предлагаю не потому, что я там считаю вас неправым или себя правым, или себя неправым. Я просто хочу, чтобы мы взглянули, как здравые люди на это, понимаете? Угу. Есть разные мнения. Я могу говорить, что он как бы это злонамеренно сделал, вы можете меня тоже обвинять, понимаете? Это как бы... Все будут какие-то бесконечные вот эти вот какие-то выяснения отношений, правильно? Но мы цель не достигнем. Почему достигнем? И нет, или вам хочется именно это все сделать? Вот вы, простой вопрос, вы хотите это сделать именно с вызовом сотрудников ДПС, чтобы вот эти были постоянные прения, или просто, чтобы человек понял, что здесь нехорошо ездить, и мы расстаемся, так сказать, и ваша цель будет достигнута. Вы закончили? Могу? Да, я закончил. Ответить на ваш вопрос. Во-первых, вы сказали, мы за что-то извинимся. Скажите, за что мы должны извиниться? Я имею в виду, что мы... Вы сказали, вы извинитесь, и мы извинимся. За что мы должны извиняться? В этой фразе вы как бы немножко агрессивно начали. Не, вообще не агрессивно. Вот, вы давите человека подождите, на тротуаре. Мне это показалось. Ладно, не будем. Не будем жонглировать. Не будем сейчас вот это все раздувать опять. Я имел в виду, что мы расстаемся, так сказать, без каких-то неприятностей. Мы уже не можем расстаться. ДПС уже вызвано. Если вы не хотите расстаться. Мы 112 уже дали заявку. Но я вам предложил это сделать, но правильно? Мы можем, как бы, мы уже не можем. ДПС уже вызвано. Александр, я вам задал простой вопрос. Вы не хотите... А мы не можем. Вы не можете. Мы не можем. Ладно, как участники дорожного движения, покидая их, мы Вы понимаете, что я вам предложил спокойно, как бы, это... Да это можно было предложить до того, как вы наехали на человека на машине. Я еще раз повторяю, я не наезжал на человека. Я уже позвонил в 02. Мы 112 тоже позвонили. Да, сейчас приедут сотрудники полиции, и вы будете им отчитываться, почему с меня вы вымогаете деньги. Мы с вас вымогаем деньги. Вы меня удерживаете. А вы за клевету не хотите? Я не... Вы только что сказали, кто с вас какие-то деньги просил? Вот подождите, вам не вы меня удерживаете. Мы вам никакие деньги с вас не просили. Вы никто на камеру вас не это держит. Не говорили, но... Вы меня удерживаете, никто правильно? Вас не держит, вы свободный человек. Ну так, почему молодой человек стоит Он стоит там? На тротуаре. Вы как бы вот понимаете, что вы вымогаете с меня, вы хотите денег. Не хотим Но мы я вам вас не денег. Хочу платить, потому что вы просто стоите на тротуаре и устроили такую ситуацию. Вы понимаете, вы на камеру, даже девушка зафиксировала, что вы не хотите на эту ситуацию смотреть здраво. Здраво. У вас есть конкретный принцип получить с меня деньги. Я вызвал полицию, сотрудники полиции оформят. Вас, как людей, удерживающих меня с корыстной целью. Хорошо. Так что мы будем сейчас ждать сотрудников полиции и оформлять уже иск вам о вымогательстве. Хорошо. Выйдите, присядьте там, подождите. Я вам уже еду. Ну, а вот почему молодые люди, вот они мне предлагают... Молодые люди по тротуару ходят, а вы ездите. Нет, они мне деньги требуют. Они говорят, мы вас не отпустим, мы вот окружили машину, и мы вас не отпустим. Факт, не отпустим. А то, что вот вы должны там стоять там, вот мне вот человек Александр говорит, вы должны стоять там, мы вас не отпустим, деньги с меня требуют. Машинку поставим сюда. Никаким, как вот так называется вообще вот это поведение? Прыгнули мне на капот сами. Я не видел ничего, я не видел. Но почему они меня удерживают? Зачем вы по которым ездите, скажите мне? Здесь для людей, для детей, для людей-инвалидов, для коляс, чтобы люди здесь ходили, понимаете? Зачем вы здесь ездите? Вам что, мало места? Там, везде заезды есть, во дворы. Вы здесь живете? Да. Ну, вы всегда ездите так домой? Ну, когда нет народа, я так езжу. Ну, он-то не целенаправленно вышел. Вот вы как сотрудник.
полиции. Вы же понимаете, что когда человек вышел и ударил машину целенаправленно. На видеорегистратор у меня зафиксировано, я вызвал полицейских, ну, вот, опавки вымогательства. Покажете. Они не дают мне уехать. А вам не надо никуда уезжать. А почему мне не надо? Не надо с места ДТП уезжать. А какое ДТП? ДТП, ну, вы говорите, что вам прыгнули. Ну, он не повредил мне ничего и сам ничего не повредил. Я просто сам факт говорю, что он намеренно подошел к машине, на нее облаготился, и у меня это зафиксировано на видеорегистратор. И, соответственно, теперь требует деньги за то, чтобы я, соответственно... Едет экипаж сюда, который будет разбираться в этом. Он сюда едет уже. Ну вы как здравомыслящий человек. Я не видел, что... меня здесь не было, вы поймите. Нет, ну... меня здесь не было. Сейчас приедет экипаж, который занимается вот именно этим. Вы сами прыгнули на машину, у меня на видео зафиксировано. Кто с вас деньги просил? Вы вот говорите, что с вас кто-то деньги просил? Ваши люди, которые теперь на камеру это боятся подтвердить. Кто? Покажите пальцем. Слушайте, можете хватит. Показать, кто просил деньги? У меня есть реальные доказательства. У меня есть, я не запомнил, кто просил деньги. Я не собираюсь... Мужчина, взрослый человек. Платить. Как обманывать? Никто у вас... Мне да ваши что? Деньги вот не нужны. Смотри, как вы на камеру теперь это отрицаете. А я что, Александр, с вас как вас зовут? Александр. Александр, да. А фамилия у вас есть? А у вас, Алексей, есть фамилия? У меня есть. Да? Но я же к вам не подхожу. И я к вам не подхожу. Вы почему-то идете со мной рядом. Ребенок в школу идет, то есть дети ходят в школу 274-ю и постоянно сигналит еще даже едут. По факту наезда на пешехода водителям BMW X3 мы вызвали сотрудников ДПС, они оформили протокол водителю, мы заканчиваем рейд, считаем, что рейд проведен успешно, не нужно ездить по тротуарам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо.